По зову сердца и отечества традиционный день призывника прошел сегодня в краевой столице. Его участники – молодые барнаульцы, которым предстоит пройти службу в вооруженных силах России. Для призывников и их родственников устроили концерт, дали напутственные слова. Призывники будут служить в войсковых частях по всей стране, от Владикавказа до Комсомольска на Амуре. В основном все отправляются в сухопутные войска. Всего в осеннюю кампанию начнут проходить срочную службу более 2000 призывников с Алтая. Продлится осенняя кампания до конца года. 15 лучших призывников будут проходить службу в президентском полку. Они прошли строгий отбор и собеседование. Они отправятся на службу 14 ноября.